Успокойтесь, Интеко. У меня красная, у меня розовая, чуть не розовая. У меня вот костюмчик розовый. Мне не нравится, что он на метке пишет, что 500 АПа дает, а не 550. Мне тоже это напрягает. Прикинь, если вот этот талант не работает. Нет, он на ребре писал 550, сейчас 500. Карбонара. Он крафтится. Словите, всегда так. Словите пельмень, пизды получите. Вот на водиконе звезда, блядь. Yeah. Ой, Левел не пьет? Да, пьет. Все, пей. Five. Мне кажется, он не работает. Выпил. Не-не-не, работает, работает. Вот эти, да? Лужа вышла. Ёбаный в рот. А, блядь. Другой. ДПС не да нихуя нахуй. Зеленого зергаем. Ой, ха-ха, не выпустим. Стоим зеленого зергаем. Мелики, нас тут должно быть 10 штук. Вот ты что, в босса плюнул, что ли? Ай, не работает через таб, блядь, я не понимаю, какого хуя. Таб... Ты мышкой тыкай. Нажимай таб, пока не убедишься, что ты выбрал цель. То есть не торопись. Летит колба. Ну, на этот этап сегодня без. Пельмень. Мужики, мужики. А, блядь. Вара, баганый этот. Чардж, блин. Колбы. Уходим от колб. Квадрат вот не словил колбы. Кто словил, тот гусь. Жалко, мне тут не показывает воду, надо забить, блядь, смотреть, кто ловит колбу. Пельмени. Право. Лед. Красный сейчас будет. Как же приятно быть дамагером. Красный, плюй. Плюнул. От колбы не бегите. Если хотать куклу, то пельмени. Будет рак расти. Милипки, да. Пельмени не ставите. Бичи, блядь. Карбонара, ты можешь хотки кидать, и у куклы будет... Тебе надо лужу просто оставить. Чок, чок хотки кидать. Омоложение, буйный рост по кукле, короче, кидать. Короче, Вилания, две лужи, одну не допиваешь, держишь ее на два тика. Угу. Как другие кинули, все допиваешь, бежишь, другие допиваешь. На тот уже переводить скоро будем. Да, вот я про это. И 40 до 30 проберемся. Пельмени. Да, еще лужа прям. Стораги копи. Нормально, солнце. Ебать. Еще переведут, мне кажется, уже. Стопайте, ушли от босса все. Ушли от босса. Так, Ровист, резай хукмастера, карбонара лядочку, водикон на стресса. Ты заюзал? Так еще надо нет, сейчас красного 77, а какого хуя ты ждешь? 80 раги. 8 саги, подожди, не а чем мы, а чё мы уйдите, съебитесь от босса, мудаки, вот мудаки, съебитесь убегай, от босса, не трогайте босса вообще. Дайте боб. Плюнуть надо. Скил. Вообще-то плюнуть. Не-не-не-не-не. Какой скилл нахуй ты? Ты бомж? Сказали мне, что не играйте. Красного добивайте. Ну, с такой хуйней тебе делать квесты нельзя, ты нихуя не понимаешь. Прожал, нет? Да-да-да, все прожал. Пей-пей. Не, мне просто сказали, что типа, ай. Блять, говоришь одно, делают другое. Ни лужи не пьешь, нихуя не понимаешь, когда что надо, блять. Сука. Нахуй такое надо, блять. Кто там сдох? Котища. Вставалку за юзай. Юзай вставалку. Стаки забирать? Я заберу, у нас два танка. Да, Геры две минуты. У нас Геры, Геры нет. А, давай позабираешь три штуки. И хватит. Один взял. Блики, видите, квадратно. Сейчас будет колба. Согрейте с меня. Вот колба. Квадрат, милики, видите, не? Нормально? Не словили колбу? Я забрал.
Ну и все, я там добью дальше. Вы чё, бичи, скукотища с карбонарой? Два бича, нахуй. Вы вообще нихуя не понимаете, нахуй. Чё, а что мне отлетело? Ну, назад. Да нихуя не отлетело, нахуй. Я сейчас посмотрю, что отлетело, блин. Специально. Пиздец, кринж, нахуй. Ну, вас нельзя вдвоем брать, нахуй. Вы одновременно падаете, нахуй. Ну, я не знаю, нахуй. Просто, ну... Ну, что, позаброк учился? Придется спекаться в хилов, нахуй. Чё это вы за хуйню исполнили? Вы что, вы не видите звезду, нахуй? Я сказал же, ясно, блядь. Смотрите на звезду. Человек бегает, не ловит пельмени. Вы, ебать, сдохли, как бомжи, блядь. Что это? Ну чё, я по всех пельменей фактически отбегал, ничего и не ловил. Но сзади зеленую лужу разлил, и пельмень, да, видимо, прилетел. Вот, скукотища не понимает, что такое химическая бомба. Скукотища, сколько ты играешь в Вовку? Этот самый, лужа слизи. Так, что это? Мутировавшая, где эта хуйня? Растущая лужа. Да ты просто в луже нахуй стоял. Ты просто я встал. Не ты, скукотища. Первый раз сдох, нахуй, колба взорвала, тебя откинуло. Что, кто тебя откинул, нахуй? Ты а зеленый, видимо, кто его еще мог откинуть? Откинула его химическая бомба. Зеленый прям колба откинул. Под боссом был. Почему ты не знаешь этого? Ты сколько играешь? Месяц, два? Ты сразу скажи, чтобы я понимал, нахуй, хуесосить тебя или сказать, ну ладно, нахуй, тактики учи. Это хуета полная, ты не знаешь, от чего ты сдох. Хули ты возле колбы стоишь, у него рейдж взрыва 15 метров. Их две штуки ставит босс. Ты хил, тебе надо от босса на 30 метров находиться. Ты встал возле стола? Ну ладно, в пизду. Этот нахуй. Карбонара смотрю, смерть. Растущая лужа. Профессор мутирует. Меня откинуло, чума. Откинуло в луже, и в луже я стёкся. Ну короче, откинулся. Спёкся. Никто тебя не откидывал, блядь. Ты просто в луже стоял. Просто да, я забежал. Я тебе серьезно. А нахуй ты в нее забежал? Откинула, говорю тебе, меня назад. Колба, значит, я... А нахуй ты возле колбы стоишь? Ты не понимаешь нихуя? Я стоял вместе с собой, я все вместе... Ну, они ДДшки, сколько, я хилил. Сколько ты играешь? Сразу мне скажи. 7 месяц. Лет на офи я до этого играл. А здесь ёбаный в рот, я в ахуе. Да. Давай, топ, тактики вспомни, все перечитай на обычку, блядь, чтобы на следующий КД пришел, чтобы такого не было. Как это ты не знаешь, что колба, сука, откидывает, 15 метров рейндж у него откидывает, блядь, на 20 метров. Я немного ходил, 15 тысяч урона наносит. Да, Фавилашу. Если честно, нахуй сколько Вов играю, я тоже не знал, что она откидывает. Да, нахуй, ну, блядь, что люди летают на ней, блядь. Бомжи, блядь. Ладно, что она откидывает, она еще и тебя дамажит. Ну. Так дамажит, миссия. И промаха дает. Правильно. Нет, это я знал, но я не видел, чтобы она людей нахуй откидывала. Зайди-ка на войду канал. Так, войду на канал. Дело не в уроне, я не в луже стоял. Сзади лужа разлилась, я все видел. В меня прилетела эта колба или что? Меня назад бросило в эту лужу. И там я просто не успел выбежать. Вот А чтобы в лужу не откидывало, что надо сделать? Че вы стали бить? Не, колба не ловите там. Че вы стали? Чтобы сзади лужи не было. Алло. Резали Вилашу и сумонили тебя. Карбонара, секрет такой. Короче, пельмень не откидывает. Ну, здорово. Блядь, я вообще хуй. Челики приходят, рейты такие говорят, блядь, меня. Меня что-то откинуло, нахуй. Меня, говорит, что-то откинуло, нахуй. Это могла быть только колба на третьей фазе. Слизней нету на третьей фазе. На профе только две вещи откидывали. Так. Слизню, колбу и все. Или бут сервера. И на профе еще можно копыта откинуть. Mm. Вот это да, хорошая идея. Но если ты не лидар и не дриней. Как там еще кони и коньки тоже. Так. Чё, когда уже ребут сервера будет с обновой? А что, будет обнова? Смотри, чтобы они на мече не пустили ее. Что-то не писали еще. Да я думаю, уже не будет. Это тупость, ебано, ее вечером сегодня станет. Должна быть. Значит, они долбоебы. Если они ее с утра не воткнули. Ну, типа, я не знаю, кто типа меняет сеты за 2-3 дня. До выхода. Это кринж полный. Ультра свет отвалился, я понял. Может, это вообще типа не обновы, а они просто типа
до среды четверга собирали. Решили так пошутить. Ага, ха-ха, смешно переплели быть. Чё ради? Ничего не дали. Ну, не знаю, это тоже. Не, ну все люди говорят, что обнова, и как бы там, кто из админов не писал, что это не обнова. Зачем должна быть? Да ты же знаешь, не любят подвечерние РТ засовывать эти вонючие обновы. Может еще и выкатят. Ну, выкатят, но... Они подвечерние, считай, каждый раз выкатывают. Через пару часов, я думаю, будет. Ну, тоже-то. Ну, если не будет, пофиг. Я сегодня доволен. У меня сегодня хороший день. Мне пофиг, будет обнова или нет. Как класс называется этого? Крутая вела. Рога, потом там, а делится же. Делает спек. Мути? Да. Не по... Повтори, повтори. Мутик, мутик это. Придется еще мутика делать. Хули говорит, делаем нахуй. Ты заколебешься одеваться и разбираться в нем. Синтакты сферы поддержишь? Насчет одеваться соглашусь, насчет разбираться не соглашусь. Там, если не будешь правильно кнопки жать, не будет у тебя ДПС. Ну, да, вот именно. Как и на любом классе, да? Нет. Не, ну, в мутике там по-другому чуть-чуть. Но... Кнопка мучи сильнее. Мне требовательно по-своему. Агрони садите. Келя. Келя украдите, уведите. Блять, не хочется. Ты что, блять, ну пиздец или что? Ну нос трекс, блять, его просто хуяли, блин, я чем могу сделать на тебя? Да вы дрочите просто на пуле. Так полгода будем проходить. Забирай. Забрал, забрал. Ты стаунтил его, блять? Хули он меня кастил? Да, да, так да, еще да, раз стаунти. Стаунчу, блин, я пока до его. Все. Че эта сфера так близко спустилась? Вот крестик бейте, РДД. Варфрейм, блять, Зуналтор, блять. Вилаша. Далеко уходишь. Да. Поближе подведи к центру комнаты, чтобы копал, доставал две цели хилить. Сейчас там полетят, ну. Можно такой келя просто не бить, иначе как сорвут у меня. Слышали, не бейте. Так, смотрю, агро 40 тысяч. Каплю дал ему, по себе полтинник прожал, хильте. Быстрее это. Ну, захильте, сука, его, 5 хилов. Давай, ШВ, уходите оттуда все, стопайте дамаг, ничего не да делайте. Да дал я уже ШВ, блин, я уже. Я не знаю, давай зубы ему, Ниола, быстрее, срочно. Рокшейн тоже ему каплю и бабл на себя. Чё ты? Прожал что-то себя хиль. Еще 8 секунд нахуй стоит. Прожался, блин. На сферы там. Нажимай громом их себя агри. Ну, собираю, конечно, что, блин, еще делать. Луна здесь падает, поднимите луну.
Туда, туда идите, тут патруль. Лишние мобы. Синтек, нахуй, надо тебе? Сколько нету? Пояс выпал. Вот он орк под крыльями бежит пояс забирать. Это крылья врубил, чтобы испугать всех? Ну, блин. Кого там распыл, блин? Чаровисто перевернет. Ну, второго тактика, да. На первой взлетке мы сейф Виланша. Там посмотрим. Рыба. Будет можно тут сделать? Ты взял квест? Да, да. Сдал. Как взял. Делать? В танкошмоте я иду с Вилашей, получается, пулю. Лутаешь красный баф, отходишь, да, эльпичик, да, подходит. Угу. Давай. И передаю 4 укуса, ну и все. Шмот одевай. Угу, сейчас грани сделаю. Тот, кто первый укус получит, должен укусить Авиланию. А она раньше не сдохнет? Да, я тоже об этом подумал. Притормозим. Стопнем. Так может лучше дать ему первый укус? Так, тема в том, что она-то даст сначала укус, но если она даст его в меня, то тогда все заебись. А если нет, то как бы херня. Расскажешь, как это будет в зеркалнте? Я подойду. Так, баф лутанул. Да, я подхожу.
Арависта, да? Укусила, да, Арависта. Тени. Не, тебя укушу. Угу. Призм. Хилы, не стойте друг в друге, нахуй. Вчетвером или как гомики там встали. В рейнже, сука, встаньте, чтобы, блядь, дамаг так ну, дохуя не ломал. 8 метров. РДД от хилов подальше отходите, нахуй. Дайте им центральные позиции. Сова в центре не должна стоять. Тени, кажется. 2 секунды. Седжу. Кош. Смотрите, чтоб хилы не сдохли там. Я тут ровист. На тьму у кого аура? Угу. У кого на тьму там? У Рокшейна, видимо. Я не знаю. Тени. Вот, сейчас снял кто-то. Ровист. Дай ровист по войду, Инна. Что получается Седжу? Главное, что тебе 3 укуса надо укусить. 4 стака у тебя было. Не, стрелочек она укусит. Постараемся. Фир сейчас будет через 2 секунды. Да, Фир, готовимся. От луж подальше отходим. Синтек, Детеранс. Кусил. И сейчас вот 2 стак. Пускай лежат нах. Пизда так лагает. Только шо лагать резко начал. Прям такой капинг леги. Вот такой тени не надо выносить. На вдоль стены было. Да, бичи хотел выносить. Кукмастера следующего. Я рогу кушу. Сходимся. Укусил. Еще один получается. Ну пиздец, убейте его. Ой, да, да. Ты чё? Может стопнем маленько? Да, там 40 секунд еще до укуса. Еще 12 миллионов. Сейчас да. Страх будет, летная фаза, вы чё? Да, тем более. А-а-а. Она спустится и уже укусы передавать почти. Ну да, кстати, 20 секунд. Че, еще один, последний сейчас передаешь, да? Хокмастеру отдам укус. Тролде, где тролде? Вот он. Да похуй, любого, главное передай, ну, да. Квест проебешь. Все. Все, да, четвертый пошел. Передал, да? Да. Че, давайте герой добиваем. Баф пропал с меня. Убейте меня. Все. Ну, все же бич. Далеко он, беги. Ой, ебать, ты далеко. Все же может убить рейд весь, нахуй, так что убейте его, блядь. Он не станется, блядь. Понял. Все, выполнил. Кринж. Че, багрух? Неплохо. Осколок мой. На, блядь, попала. Опять мусорка. Два щита просто уже залутал.
Я для синдры потом это слетаю, ну возьму шмотки на фрост резист. На всякий. Че, Славка, нахилил что-нибудь? Да, иди. Бери. Да, бери, бери, лучше там пиздец, что-то это било меня в прошлый раз. Я во фраше на ну, вот я так думаю, что ты сейчас плотно. Тогда лучше лететь. Да, да, я сейчас летаю тогда. Ну, Эрдру, заебись на этом боссе. Конечно. А 35 пор прилетала она. А, тут охуе волна. Оказался пидор. Хуёво на стресс, хуёво. Я же говорил, блять, на сборе. Надо на фул идти. Кто там на замене у нас? История, да? Да, только сейчас, 5 минут. Ну, я РБК донесу. Давай. Так, что три босса осталось там? Ой, бля, только добежал. Вы пиздец, конечно. Давай, поспать давай. Еще и ливаешь прям. Че, просто офнуться нельзя? У нас Адуна забагался у хилов из-за тебя. Пиздец. Воду забагался? Ну, он когда ливает спать и во время боя сдвигается. Беспонтовый аддон. Ну, там какой-то дублируется ник и передвигается эта хуйня. Беспонтовый аддон. Такой големый. И он топовый. Смешалися. А когда ульдуар будут открывать? Еще не скоро. Уже когда, все вала... когда все хилы волонир соберут себе, тогда откроют ульдуар. Легче удалить тогда, оставить одного, а потом создать заново. Суманете как там добьете? Взял шмотки. А у Вара с набором агров Т4 вообще доходит, а? Ну так было не всегда, нах. Когда апдейт выйдет, будет нормально. Я именно вопрос именно задал, я типа не шарю. Я просто по духам гадюки каким-то образом агро сорвался. Ну. Математически меньше, да. Типа, что вы стоите? Ну, не пойдем же мы вперед танка.
Это норма, что у нас танк просто с гранью бегает? Я душ фармлю потихонечку. Ты чё, блядь, давай на грину. Нормально. И ты чё, по каждой цели бьёшь гранью? Нет, я просто даю клэп с этот и шоквейв, и всё нормально, и всё отлично. Вешается, да? Вешается, да. Сендент клэп, шоквейв. Ну и ещё диван шести прокает у меня. Вот у паладина всё, легко. Ну, лужу постелил и всё. У вас все через лужу у вас, как говорится. Никак нормально. Все через желтую лужу, да? Да. Че, стан не дается охотнице или че? Я шоквейв даю каждый этот 20 секунд. Надо в каст охотницу, если она вредит. Я сдаю в каст. Они просто вот видишь, крутятся, там стреляют, я им в каст даю. Вообще, ребята. Умеете, могете. А кто нас спасли? А? А кто нас покинул? Варда нас покидает. На стресс. Варда. Печально. Ой, бля. Что там, краб есть у кого-то? А краб зачем? Хилить эту. Там же вроде бы пет нужен танковский. Нет, там же лок вроде есть. У него раз нет эту, как там одеяние, скверник, там покров скверник, что-то такое. Кто будет ставить? Доспех? Вот да, что-то там же есть такая фишка, через лока хилить. Частицы башни. Так, Рокшейн за мной летаешь в порталах. Рибаф. А можно сумануть? Ставьте шкаф сумануть. И фул рибаф по хантам, пожалуйста. Где там история? Сейчас, ласт, босс. Ты на вальку. Бить пока этого. Тогда на шмана зайду. Чай, перезайду быстренько. Давай Виланя в хапал в третьего тоже. Хорошо. Сейчас летаем. Трио нахуй. Розовых нахуй. Голландский штурвал. Ручный. Лапка, стамина. Какой тройничок, штурвал? Да, будет у вас? Да, тройничок намутим. Какой штурвал? Это уже голландский. Ну, хотя знаю, кто выглядит теперь. Ибонтим, и нырок пока. Лак, стамину. По Авилане. Сейчас я дам. Я пью. Я надеюсь, это на YouTube не уходит такие видосы. Уходит, там смотрят, блядь, кринжуют. Ну и хорошо, что в это просмотров так мало. Потому что мне кажется, послушать скажут. А потом еще и шиперят, нахуй. Началось. Да, эти классицы просто. Этот Эвилан, я такой свой дух. Ебаный урод. А потом фанфики выходят. На кого это кидать хуйню? Кто доспех юзает по Локе? Кто с вас? Зуналтор или Ляночка? Стамины не вижу. Прием. Доспех. Вон, Зуналтор, короче. Ладно, квадраты пойдем. Шкура демона, которая называется? Да. Ну, Зуналтор. Ауру коня убери. Нет такой ауры, говорит. Нет такой. Ну раз нет, то ладно. Ну, слушай, а вот это мне там нужно поставить капеллом. Так что пусть будет. Да? Она да, работает? Она работает. И у нас чат. Пока не работает. Чё, меня долго сейчас жирный будет бить? Толстый войда убьёт. Алло, сука, танки нахуй. Нахуй вам платят вообще? Ты нам не платишь, к сожалению.
Нахуею, блядь. Док, зачем там, блядь, это медные монеты платить, понимаешь? А как надо хилить? Надо частицу на Вальку и Лока хилить, да? А я наоборот. Нет, наоборот. А, ну да. Нет. Тогда в на Вальку и Лока. Частицу на Вальку и хилит Лока. Наоборот. Юль, беги налево. Беги в левую сторону, да, дальше. Я тут постою. Пиздец, проебал все, наверное. О, порталы занимаем, нах. Свечка, свечка, свечка. Как ты там славишь? Вы че, бичи, блядь. Дай тебе коу по волдырному. А че, мы в 24, да? К сожалению. В звезду летим и полетим. Да это проходится и в 20. Не, понятно, просто глядячий не. У кого там из вас это аура нахуй на коня включайте? Потом уступите, еще кто-то включит на следующий заход. Так, частицу сюда и хилим сюда, да? Печка слева. Ёбаные черви, нахуй, меня убьют сейчас. Ты в Вальке, я там приземляйся. Там же на 6 часов встречаемся. Быстрее, 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 блядь. Летим. Так, это кто-то сейчас включал, уступите ауру коня. Или у меня коня, блядь, стоит. Уберите. Дайте акову, дайте акову поганить кто-нибудь. По волдырному кола. Я это понял, блядь. Червей, червей, червей забить. Так, заходим туда же. О, а ёбаный в рот, замедлило, нахуй. Печку посреплел. Сука, ебаная, лед нахуй замедлил меня. Летел как бомж медленный, нахуй. Медленный бомж. Интересно. Сука. Че, бомжи бывают че быстрыми? Походу, блин. Но мы об этом никогда не узнаем. Нихуя тут портала, смотри, сколько вместе стоит. Давление вышло. Ну, финалочку заходим. Печка справа. У мастера, дай по волдырному. Откатился у кого-то? Какого? Лед поставил. Откатился у кого-то конь? Ничего нет. Ну и похуй. Все, сейчас, сейчас выйдем, Геру дадим нахуй. Все, мне до упора. Крылья всю хуйню. Дайте стана. Да не работают нем станы эти. А типа Вальки, Геру, фулл ДПС и это, и на ХП гим... Вальку выделите только в цель. А все там захили, да. Я подлечилась. Дайте кольцо, пожалуйста, пусть его выпадет. Я захожу. Блядь. Ха, кольцо, говорит. Ну да. Ой, полрот. Сапоги бича. Скалящегося. Закиньте Ваню, там скинул. Споткнулся кто-то. Секунду, только не резайте, сейчас я поднимусь. Ты шо кряхтишь, репичип? Это не я. Ну твой этот, блять. Кто он? Это был не я. Может, раз... Можете смотреть. Ебать. Это был ты, репичип, 100%.
Я это был. У меня нет активации по голосу. Не поните шкаф. У меня, к сожалению, нет активации по голосу, приходится нажимать кнопку. Дайте шкаф, блядь, прием. Он про персонажа. Тыкать. Что там такое с Хависом? Два босса осталось побыстрее. Меня какой-то долбоёб убил. Пиздец. Ладно, пошли хуярить. Слушаем еще раз. Давай. Ой, блядь. Ёбаный остров. Есть суман? Нет. Понял. Все, похуй, пошли бить потом суману. Ну, сам прилетит, надо. Трэш ебашим. 4 стака и все. Ну, то есть, каждое, типа, дыхание это наловить. У тебя там надо еще, чтобы фридом давали, я так понимаю. Сам себе даст, он же по один. Блин. Да, я сам себе дам. Что после первой вообще? Взлетки ловить будет? Мне похуй. Начинать. Ладно, я понял. Дайте каску, пожалуйста, по хантам. 4 дыхания, ты читал квест? Да, да, так я знаю, так я про то, что типа... Дебаф на 6 минут. Бьем быстро. Дебаф на 6 минут. Все, кумекаем. Пошли, запускаем. А за сколько мы синдру бьем? Ну я хуй знаю. Ну вот и я хуй знает. Каску, кулак, дайте по хантам. Обновить. Ничего сложного. Блять, мне бы отбежать только нахуй. Беги, малышка, беги. Ха-ха-ха-ха. Да? Беги, войдышка, беги, блять. Войдышка, нихуя ты себя, конечно. Да, бумага назад войдет, дышка. Все. Сейчас же не сдохни, блядь, перед притяжкой скинь. Скинь, 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 скинь. Не учи, пожалуйста. Ебарарат, блядь. О, блядь, бич, нахуй. А я все время не добегаю, блядь. А хули, формы оленя? Оленя. Олень, потому что... Поддерживаешь форму, я смотрю. Посередине поставьте метку одну, ебай народ. Кота, спринты, погнали. Давай там быстро вытаскивай себе на панель, нахуй. Оленя, блядь. Походный облик. Не работает. Слышишь, карбонара, блядь? Да, да, есть он у меня. Вытащил? На удобный кнопку. Да оно разворачивает, не видно сначала нихера. Я пока разворачиваю, блять, упираюсь в эту сосульку, ёбаный. А, блядь. Пиздюлей дам, нахуй. Ага. Левую саму разбейте, пожалуйста. Помогите потом. В левую РДД сыграйте. Mm-hmm. Лежи, короче, нахуй. Пизду тебя, блядь. Давай, я потренируюсь пока, какая разница. Ладно, рви стрессы. Упадешь, говорю. Он нам глыбу потом принесет, нахуй. Я походу из-за того, что мне бич убил перед сумоном, у меня Т4 не работает. А ты не релогался? Релогался. Надо шмотки снять, переодеть. Да, снять, ничего страшного, снять. Сейчас это. Поподхиливаю сейчас еще в конце. Беги, малышка, беги. Ой, блять, лаги я ебашь. Шадоу, как у тебя дела? Карбонара лесы. Давай понемся, блять. Вот уже два кандидата есть. Да. О. Ты словил там дыхание? Два словил. А. Восемь стаков, нихуя. Ну чё, где еще метку кроме? Понял. Эти взлётки не будут. Левую подбить, она почти фуловая. Левую можете подбить, да? Крайнюю самую. О, нормально пошло. Давайте готовимся. Рокшейн ёбаный в рот, не сдохнет. Три
А где у тебя? Условия. А где третья? Считай дебафы на те. Так, а, вот точно, сейчас третья. Все, я перепутал. Да, я только что его словил. Думал замедление. Это... Я буду посмотрел. Все, я вижу три. Еду лишь бы попиздить. Готовимся. Она может быть, и может и не быть. Нет, не будет. А вот это не словил. Отходим, ладно, отходим. Фаза. Отходим. Встали в кружок, уже милики съебались, ничего не делаем. И сколько с этой таинственной энергии? ВПХ. А вот. Какого хуя вы стакаете, бичи? Сука, тактику учить наизусть будешь, сука, экзамен мне сдавать. Рианти тоже нахуй, это пиздец. Ты-то вроде бы играешь, разбивайте. А я-то чего? Переметки, я пойду мячу. Все, молчите, блядь. Давай, звезду. И не бьем, будет притяжка будет. Бля, репичи, пьёбан. Хильд перепишу. Ну, я не знаю, я вроде... А, я же сказал, что перепишу. Ты четвёртое словил? Сейчас да, четыре словил. Четвёртое. Угу. Нет, три. Угу. Я просто я ещё на момент нормально. Блядь, ёбаные вы бомжи. У кого? Вадикон ресай, Рокшейна ресай. Тралдена фул. Иннер ему дашь. Словил. Пиздец. 8 неустойчивости, нахуй. Звезду и сразу разбить, пники ушли. А у нас у меня БРа нет, да, получается? Нету больше БРов. Кто упадет, тот даун. Я упал, Войд. Просто сдуло. А-а-а. Да, я просто нахер сдуло. Я не знаю, ну Вилаша до конца. Я могу поменять. Ставишь, раз, сразу отбиваем. Ну, с Авилания же, он кошмар. Да, да, хорошо. Да. Сейчас после этой глыбы скидывай, иди меняй. Там частично. Там не притяжка? Нет. Нет еще. Нет. Ставим глыбу, вот на этой будет притяжка. Нет. Ушли. На фул ханта. Блять, 8 неустойчивости нахуй. 2000 хп у меня есть. Захилите, пожалуйста, меня сейчас шотнуть сможешь нахер. Ребят. Давайте Геру, остальные в стороны, фул по боссу. Забрала. Восемь неустойчивость. Какая-то хуйня со мной нахуй. Ну-ка, бабу. Крипто. Крипто просто в сторону. А ты как сдох, рипчип? Как бич? Я чихнула дохуя. Все сделал. Спасибо. Здесь давай. Побежите на лича. Дайте. Побежите на лича. Или ресайтесь. Не спульте валик нахуй. Значит, пример дорогой. Валик, это я могу. Войд, осколк, войд, осколк. Ага. Так, завоеватель. Дал на шару там чисто. Так. Малигоса надо кому-то. Память Малигоса. Малигоса. Обратно. Память малины. Друидушки какому-нибудь. Да. Или престушки. С какой-то хуйней с хостойным МБ5 сидит. Это только холика надо. ДЦшкам тахи надо. И престам отдавать. Так, я вот не знаю, но ладно, буду в хиле похуй. Войд. Ну давай, Войд, потей. Мы за тебя все переживаем, там держим кулачки. Да вы что, знаю, бежать типа валик? Подержать могу. Пробегать валик? Ёбаный рот. А шо, есть? Нет. Я мы для тебя работу назначили уже. Какую? Да. Будешь диспелить чубу. Главный по диспелу. Базара ноль. Я главный. Ты умеешь? Да не, ну типа сейчас научусь, но хули. Молодец. Не зря он всем говорил, учитесь. Тренируйтесь, танки, кто вот ваши, тренируйся на обычке. Смотреть. Вот. Самое главное, как ты этих ставишь лича по отношению к валькам, к луже. Вот центральная метка тебе, чтобы ты понимала, что если ты вот с этой стороны лича держишь, и вальки людей вот тут хватает, то они полетят вот через этот шип. То есть... Снимать Войд, ты рывками двигаешься. Да, бывает. Есть рыбка. Короче, я запустил.
Где можно бафы там и хотя бы раздать по. Да не, нельзя. У нас шаман не знает. Не был на лече. Шаман, блять, бегай за звездой, нахуй. И цепуху нажимай. И щит земли. Есть на тебе будет болезнь. Надо краску поварам еще дать. Лавку поварам. Просто прыгает, бежит, нахуй, смотрит там, нахуй. Так, кто там протопал? Прото. Вот, квадрат. У меня воет читер. Вот квадрат, короче. На туда, на квадрат выносишь, не подъебало ему, а под спину его мобов, которых он держать будет, выносишь чуму. Чума будет у тебя в этом. Забери ассист там, чтобы лишние метки не анонсились. Чума будет там, где холод трона, вот это пересыщение, блять, вот эта вся хуйня. Дайте, стою, нормально. Дайте кулак победу, пожалуйста. Не просто слушай, и все. Состоим, хуярим. Ну, ТРДД тут стоят примерно. За колонной. После заражения чума опять закон. Будет чума, готовимся. Смотрим внимательно на Комана. Так. Карбонары, выноси. Квадрату выноси, квадрату выноси. Стукатище, выноси. Зоналтор, выноси. Молодец. Два дурака, сука. Блять, вы нихуя не понимаете. Вот он, квадрат стоит, видно, он моба танчит, блять. Танк. Да, да, вижу. Ну а хули вы побежали, блять. Ой, ебать. Так а нахуя я тогда квадрат ставил? Мог бы не ставить, нахуй, если они несут куда хотят. Репичи. Ну я же вынес, не? Нихуя вы не вынесли, блять. Ну да, ты не вынес. Ладно, хуй на вас, блять. Это... Надо в мобу принести и все. Не надо ничего, надо все, все, блять. Просто разуй глаза, смотри, вот лич убежал, на край зайди. Все, пиздец. Изи. И стой, нахуй, ничего не делай. Чип. Надо тактику вам просто прочитать, чтобы вы, ну, не были потерянными, блядь. Так мало хп, блядь. Кто-то на тебя пробивает, да? Там на пол. Ну теперь у меня питомец просто довольный. Сферу. Бля. Короче, карбонара и скукотища подтягивайте знания, чтобы вы четко понимали все способности. Блять, буду экзамен вам устраивать. Так, так не пойдет, нахуй. Мы так за 2 часа не будем проходить, мы будем 3 часа проходить, если вам надо будет рассказывать. Так что, блять. Сначала тест на IQ. 129 я мерил. Бегите, бегите на платформу. Ну, скукотище вообще похуй. Босса, он просто улетел вниз. Сейчас валькиры выйдет, сейчас валькиры выйдут. Ничего не давать, сейчас я ему этот попробую дать стан массы. Все. Давай, блядь, тотем ставь. Шадоу на ману читай. Ты дал стан массуху. Валим, бьем. Осквернение опять. Из подвалик вышли, осквернение. Бля. Убегите оттуда. Ёбнули, что ли? Сейчас будет и вальки, и осквернение одновременно. Поэтому хилы РДД на вот этом железном кольце стоят. Скукотищи карбонары съебались, вот в глыбу сюда встаньте. И стойте, смотрите, блядь. На вас лужа будет, друг от друга съебывайте. Милики по команде с центра уходим. Все, милики уходим. Вышли милики. Сначала смотрим, где черепок. Потом бьем валик. Вот черепок отходим. Ушли, ушли. Быстрее, быстрее бегите. Теперь захиливаем рейд. Я замедлил. Стал. Круг замедлил, надо бить стан. Дал я эту, я этот. Дал стан по ромику. Круг-то разбить. Разбили. Сильно не входите. Это. Сейчас
Сейчас будет осквернение через 5 секунд. С центра уходите. Танки и все босса выведи, и все уйдите оттуда. Как разольется лужа, черепок. Вот, теперь к личу идем. К личу. К личу идем. Вот сюда встаем. Бьем валик и ведем лича на край. Все, просто уничтожьте их. 2%, 1% лича больше на край. Заражение вот это на фулл хп рейд захиливаем. 0.5%. Валик, быстрее добейте. Дам массакру. Забегаем. Карбонар, уйди оттуда, братик. Беги, Карбонара. Сука, беги. Уйди, а я сдал, транквил. Блять, транквил. Уйдите. А, вы чё с духом делаете, ребята? С танка уйдите. С под танка уйдите, блять. О, это я. Косище воет, свалите из-под танка, вы встретите в лице танка. Так а нахуй ты его трогаешь? Первый раз. Потому что, блять, дух убегал. Брейд, я чё, танк что ли? Вы, во-первых, сало вдвоем ловите, как бищи. Чё, нельзя сразу у меня стоит? Не садится, конечно. Подожди. Один встает прямо, другой сбоку. И все. Но не врет. Нет, таунт, кажется, не поддерживает. Нет, не подвержен сало. Ну ладно тогда. Подвержен. Я товаров не играю. Подвержен. У тебя же это. Другое умение есть такое. Все, сферы разбиваем. Сферы. И готовимся челиком. Гневный в рейд смотрит. Не врет. Разверните гневного. Блять, вы не сливай тогда, блин. Я ж тоже не могу. Жатва, ой, блядь. Я охуею, гневный, гневному вообще похуй. Как вы водите, что вы делаете, я охуею с вас. Ну если я был бы ДКшником, конечно, я бы ягодал бы охуительно. Ну там, шаман срывал. Осквернение, 5 секунд. Выйдите с центра. От черепка отбегайте и за личом бежим одновременно. К личу бежим. Пляночка, убегай. Прячемся от духов. Все, звездочку. Волшебаем. Эй, ты что, танк что ли, блядь? Я анти переагрил. Кого переагрил? Босса? Дал сальву по варианте. Даркшен, частица Саванте. Есть у тебя там на Вилаше? Осквернение 5 секунд. Перебегаем на другую сторону. 3, 2, 1. То же самое повторяется. Но мне заражение, уйдите от меня. Ой, блядь, кринж. Все за босса. Герон, да? Да, давайте, Герон. Жатва 3 секунды. Подумай, прощай. Осквернение. Прощай, говорит. Че, бегите на ту сторону и смотрим черепок на ком. Осквернение не зайдите. Это вообще тупым надо быть. Это челик охуенно тупой, блядь. This guy is fucking stupid. Я уже не знаю, чему удивляться. У нас дух, блядь, в рейде ходит влево-вправо. А все. Ну, блядь. Я бабл нажал, что-то не помогло нихуя. Блядь, карбонара. Помогай. Дух ходит в рейде, потому что я... У меня переагривают его. Я его саунтом схватил. Ты глаза не открываешь свои, поэтому у него переагривают. Еще босса, там Рианти и, по-моему, еще кто-то там, блядь, почти... Вилаша берет дух, а ты у нее его забираешь. Это скукотища с карбонарой, вы пиво не пьете? Ну так, не так, пьете, сразу же скажите. Не, просто, ну вдруг если пьете. Это, ну, вы это, если там на офисе 7 лет назад играли, прочитайте тактики, вспомните, с обычки начните. Я играл, я же говорил, что на горошу, да, я понял, хорошо, посмотрю. Помните, да, что бомбы там... Ну короче, мне синдру, я понял, но я же вижу. В прошлый раз я больше раз умирал. Похожу. Такого не должно быть. Чтобы на следующем КД было, чтобы ты пришел там, ебать, всех сам учил, нахуй. Чтоб я вообще пиздец молчал, нахуй. Да. Да, вот как челик умирает, и ты сразу говоришь, о, пидор, нахуй, служи, не вышел, нахуй. Чтоб ты прям, блядь, называл причину смерти, а не то, что, о, блядь, меня я хуй знаю, откинуло, нахуй. Что случилось, а че сдох? Я понял, да, посмотрю, хорошо. Все, и тогда будет вообще бомба, нахуй. Буду учиться, давай, спасибо. Нормально. Давай, или в нос, гляди. Да.
Не, вы не думайте, я там, ну, ничего, ну, против. Не, ну ты по делу говоришь, ты все правильно делаешь. Если ты будешь просто, ну, блядь, умер, ну и ладно, ну, блядь, умер, ну и ладно, ну, ничего не поймем, что это. Надо, чтобы, блядь, я чувствовал вину, понимаешь, ты говоришь. Ебать, он хороший, прикинь. Конь выпал. Вот, просто его бичом назвал, а тот уже додумал за себя, ну, за него, ебать. Синтек палку забирай. Вон, синтек палка тебе, ну, выпала. Да, ну. В смысле, ладно. Че, дурак, что ли? Осколки да. Теперь вижу. Забери. Но... Забери. Ладно. А че, норок, что ли, палка? Блять, да. Две красные дырки. Так, у меня так-то две тоже полы. Две красные дырки. Кому с вас. Кому с вас это отдавать? Вот у него меч, у тебя посох, у Ляночки. Кому с вас отдавать? У тебя оффхенд есть, а у него есть? Прием. Это РС-ку поднял? Не, пойдем. Цифровист, он непонятно. А это Warframe, да? Да. Сейчас, может быть, и в ММ спекаться будем после нерв. Сейчас непонятно. Я мискликнул, мне не надо. А ты хочешь палку? Похуй. Эти кинжалы мне долго прослужили, блядь, ставил поздали. Два камня, нахуй. Чарки, блядь, по 1000 долларов. Вот сюда, так, когда ты что-то писишь, а потом тебе что-то лучше подает. Че, РС-очку идем, нет? Нет. Не хочу. Это Г10 можно сгонять быстро. Ну сейчас пойду посмотрю. Только кто бы сподил? Куда меня звали? Че там прорелить? Пузырь. Вон тебя вылетает, бабочка. О, не обычка, это в хардмод. А кто тебя звал рылить? Всем спасибо, пойду в настолки играть. Всем давай, спасибо. Пока. На ютубе увидите. О, вот. А накинь еще 10%. Так. Хули, пришлось тащить, ну. Да, пиздец. Все, спасибо всем. До завтра. Спасибо за рейд. Ну, всем до завтра. Давай, счастливо. Дачки. Да, тоже пойду. Бать, там приора. Ты же накопил. Кто?